На панели закреплен полупроводниковый диод. Вывод его анода расположен справа, а катода слева. Рядом дано условное обозначение. Покажем, что диод обладает односторонней проводимостью. К положительному полюсу источника тока подключим анод диода. Катод соединим с лампой и подключим к отрицательному полюсу. Включим источник. Лампа загорелась. По цепи идет электрический ток. Приложим к диоду напряжение обратной полярности. Теперь при работающем источнике лампа не горит, тока нет. Восстановим прежнюю полярность напряжения. Лампа снова загорается. Ток в полупроводниковом диоде может протекать только от анода к катоду.